Samsung Galaxy Book Flex 2 представлен в двух моделях на 13,3 дюйма и 15,6 дюйма. Корпус ноутбука выполнен в металле золотого цвета. Дисплей устройства сенсорный с поддержкой стилуса S Pen, который идет в комплекте. Экран крепится на двух шарнирах, поворачивающихся на 360 градусов, что позволяет ноутбуку трансформироваться в планшет. Samsung Galaxy Book Flex 2 работает на новейших процессорах Intel 11-го поколения, в зависимости от версии может быть установлен Intel Core i5 и Intel Core i7. Объем оперативной памяти может достигать до 16 ГБ стандарта LPDDR4X, а постоянный – до 1 ТБ на SSD. Обе модели ноутбука оснащаются QLED-дисплеями с разрешением Full LHD. 15.6-дюймовая версия поставляется с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX 450 секунд 2 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5, младшая версия имеет только интегрированную графику Intel Iris Xe. Еще одна фишка ноутбука – фронтальная камера на 13 MP, которая должна обеспечивать лучшее качество изображения среди конкурентов. На корпусе ноутбука имеются два динамика на 5 Вт каждый производства AKG. Емкость аккумулятора составляет 68,7 Вт-часа. Samsung Galaxy Book Flex 2 поступит в продажу по цене от $1685 за младшую версию. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.